in later rounds here of this world title fight as Loma's in control. I'll show you what happened. Приветствую, ребята, на спорте без причины. И сегодня мы поговорим о боксе, а точнее о великолепном боксере Василии Ломаченко. Поехали! Двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион Европы, многократный чемпион и заслуженный мастер спорта Украины. И это далеко не все титулы этого спортсмена. Василий родился 17 февраля 1988 года в Одесской области. Отец – тренер в боксерском клубе, мать – профессиональная акробатка, мастер спорта. В такой семье парень не мог обойти карьеру боксера. Как говорит он сам, начало карьеры началось еще у мамы в животе. Сразу как маленького Васю привезли из роддома, отец надел на него боксерские перчатки. Тогда все и началось. Василий даже не помнит, когда точно пошел в боксерский зал, так как это все произошло очень плавно. Зато он помнит первый свой бой в 1994 году. Тогда он боксировал с парнем на 2 года старше него и на 5-7 килограмм тяжелее. Василий одержал победу в том бою, но им присвоили ничью по просьбе отца Васи, чтобы второму парню не было обидно. Потом еще было множество соревнований, чемпионатов и титулов, а в 2004 году Ломаченко впервые поехал на чемпионат страны и занял первое место. В том же году стал чемпионом Европы среди кадетов до 16 лет, а годом позднее стал чемпионом Украины среди взрослых спортсменов. Потом были еще чемпионаты мира и Европы, ну и, конечно же, Олимпийские игры 2008 и 2012 года, где он взял золото. Кроме того, по итогам Олимпиады в Пекине Василий получил кубок Вэла Баркера как лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории. Он стал единственным боксером из Украины, который получил данный титул. После 2012 года Ломаченко перешел в полупрофессиональную лигу и стал участником клуба «Украинские атаманы». Кстати говоря, название для команды спортсмен придумал сам. Еще годом позже Василий объявил, что переходит в профессиональный бокс и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank. Свой первый титул чемпиона мира в профессиональной лиге украинец завоевал в 2014 году. Тогда он встретился на ринге с американцем Гарри Расселом. Надо сказать, что это был всего лишь третий профессиональный поединок Ломаченко. Таким образом, он повторил рекорд 39-летней давности, стал вторым боксером в истории, который завоевал титул чемпиона мира в третьем бою на профессиональном ринге. За всю профессиональную карьеру Василий провел 11 боев, из них 10 побед и одно поражение. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной личную жизнь бойца. Помимо спорта, Василий очень хорошо учился в школе и оставил после себя очень хорошие отзывы от одноклассников и учителей. Помимо бокса, в детстве он занимался греблей, футболом и самбо. Также Василий занимался танцами в течение 3 лет. Эти занятия он ненавидел, но ходил, так как отец пригрозил выгнать его из боксерского зала. Ребят, ничего позорного в танцах нет теперь, сразу же говорю. После школы Ломаченко закончил Южноукраинский государственный педагогический университет имени Ушинского. Сейчас в списке его увлечений хоккей, рыбалка, охота и автомобили. Понятное дело. Что касается отношений, Василий не очень любит распространяться на эту тему. Но известно, что он женат на своей землячке Елене. Они познакомились еще в детстве. Им было около 10 лет. Лена занималась акробатикой у мамы Василия и была ее любимой ученицей. Сейчас у пары есть 2 детей – Вика и Толя. В 2017 году Ломаченко впервые вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых боксеров мира по версии Forbes. Данный рейтинг учитывает только заработки боксеров в ринге и не включает в себя доходы спортсменов от рекламных контрактов. Василий занял в нем 10-е место, но у него еще все впереди. За свой последний бой с Гильермо Ригондо украинец получил 1 200 000 долларов. И как обычно, хочу сказать, что боксеры больше заслуживают такие деньги, нежели люди, которые не получают по лицу и не пытаются самоубиться на ринге. Все-таки это опасный вид спорта, по этой причине заработок здесь
повыше. Мне очень нравится этот боец, прекрасная техника и офигительный парень. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ждем вас снова. We'll be right back.